Дело не в ОДКБ, дело в том, кто стоит за ОДКБ. Это Россия. России в Армении становится все меньше, но она есть. И ее все еще очень много. И следующим нашим шагом, конечно, должно быть избавление от российского присутствия, российского колониализма, российского империализма. Это очень сложно, и мы бы с этим никогда бы не справились, но все это происходит на фоне продолжающихся конвульсий Российской империи в Украине, ну а после мобилизации и в самой России. Россия сейчас проходит один из последних этапов своего исторического развития и стоит на грани развала. Поэтому, как и 30 лет назад, 31 год назад, когда Армения выходила из Советского Союза накануне его распада, мы все уже все понимали. Сейчас нужно делать приблизительно то же самое.